Всем привет! Сейчас мы будем делать обзор отеля Père La Mer. Мы идем сюда из другого отеля, мы здесь не живем, поэтому мы делаем еще один эксперимент. Пустят ли нас? Простых смертных, мы тут не живем на территории отеля. Ни у кого мы разрешения спрашивать не будем. Мы оделись по пляжному, как вы видите. И сейчас будем строить из себя туристов этого чудесного отеля. Ну а вы сейчас все увидите, как у нас это получится или не получится. Вот мы уже зашли на территорию отеля. По-хорошему, мы сюда любую взрывчатку могли пронести. Коляска, да? Прежде всего, хочу сказать, что именно в этом отеле не нужно доплачивать за вид на море. Вот эти номера, они смотрят на горы. Во-первых, там потрясающий вид на горы. Во-вторых, корпус отдален от трассы. Единственное, что может смущать, это подъезжающие иногда автобусы ко входу. Но, в принципе, я никому не рекомендую переплачивать за вид на море, еще потому, что там у бассейна дурдом солнышко. Сейчас вы все увидите, шумно там. А мы, видите как, минуя рецепцию, мы же сюда нелегально попали. Минуя рецепцию, идем окольными путями, кустами. Так, ну выходим на основную территорию. Кафе, вот здесь амфитеатр рядышком. Не пойдем мы в него внутрь. Амфитеатр. Тут проходят вечерние шоу. Очень зелененькая такая территория, симпатичная, красивая. Елочки. Ох, какие. Вот там у нас море. Ну и вот они, номера с видом на море. Смотрят на бассейн и на весь этот шум бассейна. Территория небольшая, поэтому все рядом. Очень зеленая. Елки классные. Так, здесь у нас можно взять чай, кофе, пожалуйста, самостоятельно. Турецкий чай очень хорош, но здесь снэк-бар еще ничего не готово. Мы влезли сюда просто рано. Но здесь будет какая-то еда. Так, пойдемте на пляж сходим. Вот это пирс у отеля свой. Пойдемте, поближе подойдем к морю. Ну вот такой заход в воду. Мелкая галька.
А я что-то не вижу матрасов на шезлонгах. Нет, есть. Есть, видимо, на всех не хватает. Ох, какие диванчики. И вот так, прямо под такой елочкой. Витамин бар. Мини-гольф среди деревьев. И вот такие деревья классные. Так, идем дальше. Очень приятная территория, должен отметить. Маленькая, но атмосфера очень прикольная, музыка хорошая. Это бананы, кстати. Смотрите, как растут бананы. О, они еще маленькие. И цветочек внизу. Ну и вот уже корпус. Так, это мы подошли к какому-то крылу корпуса. К левому, правому, смотря, если спиной к морю стоять, то к левому. А это вот ресторан. Вот в этом крыле. Так, смотрим номер. С ума сойти. Покрытие здесь ламинат, да? Или линолеум, не пойму. Ламинат, да? Ну так, все очень даже с виду прилично. Балкон очень хороший, пройди. Сейчас пройду. Ну очень даже ничего, я вам скажу. На балкон мы сейчас тоже выйдем. Ну, деревянные рамы покрашенные. Просто я деревянных уже давно не видел в отелях. Старые, скажем так. Такс. Вот это вид с балкона номеров, которые не смотрят на море. Очень зелененький, прикольный. Так, разворот. Ну, видно, что как бы капитальный ремонт давно не делался. Именно капитальный. А так вообще прекрасный 4-звездочный номер. Кондиционер новый висит. Так, и санузел. Глянем. Так, ну и здесь как бы все, что есть для счастья, есть. Ну, такое все пошарпаненькое немножко. То есть видно, что косметика была сделана. Вот. Косметика. Небольшой совсем санузел. Такой. Вот, смотрите. Решеточка оторвалась. Так, тут у нас сейф есть. Ну, сейф тоже древний такой. Прекрасный 4-звездочный номер. Прекрасный. 5-звездочный отель. 5-звездочный отель. Ну да. Очень даже приличненько на самом деле. Я думал, будет хуже. Не, у нас прилично. Да.